8 дня, небольшой экскурс по участочку. Вон вдалеке дорога, это идет на М6, если налево ехать. А вот мы навел порядок, выкосил, где газонокосилка, где бензокосой. Чемпионом. Вот 15 соток оттуда и там, где гуси, туда вдаль. Кабачки еще зреют. Лежит моя дорожка, цветочки. Помидоры дозревают, что Светлана не сняла. Удивительно, кабачки еще растут. Их немало. Всяких сортов, не знаю, Света садила. Помидоры. Клубника ремонтантная. Вот эти груши, они пока твердые, но очень вкусные. Что-то да будет немножко урожая. Вот они какие. Клубнички немного. Это сад наш. Тоже покосил, так стало просторнее травы. Домик, ни света, ни воды у нас нету. Бензогенератор есть, бензоинструмент и руки. Свеклу еще не убирали. Вот наш домик, построенный ручным электроинструментом. Огурцы еще идут. Вот два рядка картошки. С этих четырех мы выкопали 110 килограмм. Я показывал Галя и королева Анна. И вот что мы давали туда, так это вот видно, что опилки. Очень большой слой. Ну, не такой же большой. Вон торчит картошка. Надо закопать ее. Тыквы мы еще не собирали. Ботва зеленая, пусть стоят. Здесь еще помидоры в парничке. И там море перца сладкого. Это заслано уже на зиму пленкой. Снова кабачки. Еще цвести, да, цветут еще. И смотря какой сентябрь будет, может, еще будут и птицы, и нам. Фасоль какая-то, и клубнику я скосил. Светлана ее укроет. Здесь у нас ванная без воды и копанка без воды. Ну, от силы соток 5. Ну, и смороду тоже выкосил все. Тропинки. Соток 5 от силы отдано под грядки. Вполне достаточно, чтобы прокормить небольшую семью из 3 человек и угостить друзей. Многочисленных. Да, гусики? Это так, как я называю стадион. Да. Или... Всем добра!